Промышленность на территории нашего края начала развиваться еще на рубеже 19 и 20 столетий. Особенно стали важны Днепровские пристани, благодаря которым Александровск вскоре стал ключевым звеном в экспорте зерна по всей империи. В связи с этим сформировалась и специализация тех первых промышленных предприятий – производство сельскохозяйственных машин. Но уже к 1902 году направления промышленности в Александровске значительно расширились. Работали 65 разных заводов по производству чугуна, кирпича, черепицы и даже паровых мельниц. А в 1906 году начал работать еще один завод земледельческих машин – купца Давида Мазнаима. Как было принято в то время, это был семейный бизнес самого Давида и его двух братьев. Дела на заводе пошли хорошо, и уже вскоре стал вопрос о расширении производства. Спустя год брат Давида Хацкель обратился в Александровскую городскую думу с просьбой выделить участок земли под расширение завода. Вопрос рассмотрели менее чем за месяц, и 10 декабря 1907 года прошение удовлетворили. Но как это относится к моторостроению и авиации, спросите вы? Дело в том, что именно эта дата стала началом и позднее днем рождения известного на весь мир предприятия «Моторсич». Правда, помимо быстрого решения земельного вопроса, на братьев наложили и немало обязательств. Так, к строительству нужно было приступить не ранее 1909 года и закончить его не позже 1912. При этом запрещалось открывать какие-либо коммерческие предприятия, не имеющие отношения к строительству завода. В случае же несоблюдения этих условий никакой государственной компенсации не полагалось, а объекты на участке либо переходили в собственность города, либо и вовсе подлежали сносу. Но братья превзошли все возможные ожидания. Уже 20 июня 1909, а не 12 года, строительная комиссия Александровской городской думы осмотрела чугунолитейный и машиностроительный завод и вынесла вердикт. Завод введен в эксплуатацию и даже работает уже на протяжении нескольких месяцев. Важный факт. Только на производстве было задействовано более 150 человек, что в то время было немало. Важно понимать, что в то время крупные заводы только начинали свое развитие, поэтому предприятие с таким количеством рабочих уже считалось большим. Само же здание завода было построено основательно из обожженного кирпича и на каменном фундаменте. Основной продукцией предприятия стала сельскохозяйственная продукция, жатвенные машины и сеялки. Помимо этого изготавливались и механические машины, а также детали из чугуна и меди. Изготовление тех изделий, которые были наиболее востребованы в данный момент, стало основой маркетинговой политики, которую современный «Моторсич» использует и до сих пор. Изделия же завода того времени стали настоящим прорывом. Они получили заслуженные признания и медали на крупных сельскохозяйственных выставках. Так, с момента своего рождения и до сих пор главным отличием продукции завода остается качество. Правда, в начале 20 века жесткий капиталистический рынок едва не уничтожил новое перспективное предприятие. Тогда коммерческое объединение «Товарищество» поглотило 13 крупных машиностроительных заводов. Этот огромный синдикат в 1913 году трансформировался в акционерное общество «Урожай», которое фактически стало монополистом среди производителей сельскохозяйственных машин. Конечно, сравнительно небольшой и молодой завод братьев Мазнаимов не мог выдержать конкуренции с таким гигантом. И положение дел постепенно ухудшалось. В итоге предприятие было заложено под большие проценты. В июле же 1914 года управление заводом перешло под управление кредиторов. Но это отнюдь не уничтожило завод. Братья-основатели не были полностью отстранены, а тактически управляли заводом на расстоянии. Дальнейшее развитие завода происходило уже в военные годы. Начало Первой мировой войны повлияло на множество предприятий и, конечно, в том числе на Александровский завод. Предприятие было перепрофилировано под нужды армии. Для этого перед кредиторами встал вопрос о расширении территории завода и оборотов производства. В начале 20 века империя стала осваивать крупноузловую сборку иностранных аэропланов, но вскоре с началом Первой мировой войны возникла необходимость освоить собственное производство авиационной техники, в том числе и авиадвигателей. Так, в 1915 году Запорожский завод сеялок и жаток был перепрофилирован в авиадвигателестроительный. И вот уже 110 лет выпускает моторы для летательных аппаратов. Теперь завод дает рабочие места десяткам тысяч людей. А имя «Моторсич» известно всему миру.